Я думаю, игра получилась достаточно сложная. Мы не очень здорово, я считаю, провели первый тайм. Вышли в несколько видоизмененном составе, появились новички. Какая-то скованность чувствовалась, плюс отсутствие одного главного тренера, наверное. В общем-то, первый тайм был не лучше. Второй тайм начали, я считаю, мы получше, забили гол. Привели в счете, имели предпосылки забить второй мяч. У нас прекрасно сыграл наш форвард, обыграл соперника, и, но, к сожалению, в 5 метрах пробил лучший ворот. Затем несколько ниже, чем хотелось бы, наверное, сели к своим воротам. Но самое главное, удержали победный счет и добились победы. Пожалуйста, ваши вопросы. Петр Зайцев, Клуб «Два». Андрей Иванович, кто сегодня определял состав на игру, давал установку? Игорь Николаевич Блинович. Вообще, возникли какие-то дополнительные сложности в связи с тем, что главного тренера не было? Да, безусловно, сложности возникли. Каждый день я приезжал к Сергею Витальевичу, рассказывал, как прошло тренировочное занятие. Он мне давал полный план на следующий день. Я приезжал в команду, показывал все коллегам, мы обсуждали и проводили уже тренировочное занятие. Естественно, это определенные трудности из-за этого возникали. Еще вопросы ваши, пожалуйста. Нужно ли расшифровать, что с главным тренером, когда он появится, приступить к работе? Я думаю, главный тренер будет, мне бы хотелось, что уже послезавтра он оказался. Сначала по показаниям врачей это где-то через 3 дня мы планируем, но судя по оптимистическому голосу Сергея Витальевича, я думаю, послезавтра он будет уже на рабочем месте.